Благодарю коллег по общественной палате, теперь уже коллег, за оказанное доверие, за поддержку. Надеюсь, что теперь взаимодействие в тесном с общественной палатой, с комитетами, мы сможем быть более эффективными, достичь лучших результатов, продвинуться в нашей нелегкой борьбе. И я думаю, что это начало нового этапа в развитии борьбы общества с наркотиками, с алкоголем, со всем тем, что мешает нас будущего. Спасибо.